Чем дальше, тем проще идут на переговоры, тем легче с ними разговаривать. Так? Ну, им достаточно понятно уже, что происходит, как происходит. То есть их руководство как бы говорит о том, что ничего страшного, мы выйдем, спокойно осуществим прорыв. И на этой почве как бы они вот пытались эти сделать два прорыва двое суток подряд. Сейчас мы понимаем, и они понимают, что это, в принципе, бессмысленно. Они уже как бы нас убедились в том, какое количество военнослужащих находится с этой стороны, каким образом блокирован те промышленные зоны, в которых они находятся. Поэтому, в принципе, без вариантов. Без вариантов. Алексей Александрович здесь, сам министр. Я же вам говорил, будет 3-5 дней. 3-5 дней, да. Ну, прошло 3. 7-3, давай, куда мы пойдем? 5. Мы, нет, мы так считаем, сам. 3. Ну, сейчас, вот какие провокации могут быть? Это любые. Они больше боятся своих, чем нас. Если сейчас кто-то по дороге спалит, правый сектор распилят по дороге сами. А им долго ехать? Стоит. Ну, долго, не думаю, минут 15 ехать. Оп. Что такое? Ну, там война, мы в серой зоне. Ага. И все сам. Сколько человек пришло? Не знаю, раз, два. Стоит. Считай. Контроль. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь человек. Иди сюда. Документы. Кармане в нижних стенах. Опускай руки, доставай. Без резких движений, без резких. Звание какое? Старший матрос. Я один Дима. Фамилия, имя, отчество. Машина, которая приезжает. Следующего поднимай. Контроль. Алексей сам. Собаку в одного сапера. Я отдам ему потом, когда досмотрим. Ну, конечно. Ладно? Конечно. Да, воинская часть должна. Командир войсковой частины 1965 подполковник. Фамилия, имя, отчество. Бирюков Николай Валерьевич. Погромче говори, пожалуйста. Бирюков Николай Валерьевич. Так, значит, слушай меня, дальше военнослужащие, дальше матросы. Вы являетесь сейчас военнопленными Донецкой Народной Республики. Поэтому прошу вести себя, как подобает военнопленным, отвечать на вопросы, которые вам заданы. Сейчас берем вещи в руки. Берем вещи свои в руки. Теперь налево. Шагом марш!